подтекло. Короче, я так прикидываю, чтобы не играться, банка тушенки, наверное, на двоих за раз, да? Да. Тогда придется больше банок. А мы холодим, если мы же два раза взяли больше. Пойдет. Утром как вышли, вечером как ложимся спать, да? Да, по дороге там какую-то, блядь, хрень подвезли. Не поход в Карпаты, где ты можешь стать где угодно, никого не боишься. Вот с тушлом она очень преобразилась. Да. Спокойно таких пакетов понабирай, но... Ну как? Ну, реально, вот это вот. Один раз утром, один раз вечером. По весу, по калориям она то, что надо. Ну, плюс еще колбаса. А что делают сублимат? Ну, это как бы обезвоживает. Его замораживают до почти до нуля по Кельвину. Там минус. И потом уже из замороженного из него выходит вся вода. Но при этом структура не меняется. Мы когда его тестили, мы ничего туда не добавляли, ели как есть. Он, конечно, такой противненький был немножко на вкус. Он реально безвкусный. Ну, нам что? Нам главное, чтобы в нем были нужные нам микроэлементы и калории.
очень вкусно, мы сидим дома.